Зрештою, пам'ятаємо ми про цю програму «Живі гроші», монетизації субсидій, як вона у варіанті кабмінівському мала виглядати на початку. Вже з 1 січня мала запрацювати ця монетизація, але гроші повинні були переказуватися на так звані спецрахунки. Зі спецрахунків вони мали йти надавачам послуг, а вже потім дебет з кредитом зводився. І якщо вдалося домогосподарство заощадити, тоді поверталися якимось чином назад ті гроші. Були питання щодо обліку, як будуть обліковувати, тому що лічильники далеко не на всіх будинках, не на всіх квартирах, і так далі, і так далі. Але тут всі питання зникли, вирішили вже в березні живими грошима. Вибори, вибори. Ну так продовжуйте. Дальше по тексту, дальше шнур продовжить. Отак от. Каже, що тільки можна розкрутити кого там. Вибори, вибори, кандидати дальше по тексту. Пісня, кстати, злободневна. Для любой страны, как правило. Я с большой компанией наших друзей накануне Нового года, вот мы сняли маленький зальчик в кинотеатре, у нас было человек 30, и мы посмотрели подряд два фильма «День выборов» и «День выборов 2». Ой, как актуально, вот там Шнур пел эту песню. Как актуально, все как по писанному идет. Ну что с субсидиями с этими? Сначала государство было очень близко к людям и максимально сократило путь от себя, любимого, до карманов нуждающихся в субсидиях. Это я с иронией говорю, конечно. Запутали так, что многие наверняка не доходили туда даже. В этом вся и цель – запутать, чтобы что-то осело где-то, чтобы крутить там на счетах. Ведь каждый день прокрутки – это деньги, все деньги. А сейчас выборы на носу, надо задобрить несчастных пенсионеров. Вот им подачки начинают совать. Тут вообще такие страхи рассказывают, что один из кандидатов по 1000 гривен хочет давать людям перед выборами. Причем, знаете, это, насколько мне рассказали очень уважаемые люди из его же штаба. Причем ноу-хау состоит в том, что с людьми будут заключаться трудовые соглашения. Они будут то ли наблюдателями, то ли еще с кем-то. Да. Не лишь бы как, подкуп. Не, подкуп – это не наша история. То есть вот приходят в семью, один человек отвечает за 10 человек. 10 человек организовал – тебе 3000 гривен. Кто организовал 10 человек? Каждому из 10 человек по 1000. С ним составляется трудовое соглашение. И деньги ему перечисляют на карточку. Я вам хочу сказать, что при наличии 1 250 000 можно так скупить электорат, и комар носа не подточит. А ты гарантия того, что будут голосовать? Что самое это зато... вопрос хороший, и я вам на него хорошо отвечу. Наши люди совестливые. У кого берут, за того голосуют. Так когда-то Сан Саныч Мороз сказал, берите у всех, а голосуйте по совести. Не выходит, бо совесть в нас, разумеет так, если я уже в него взяв, то я уже за него и проголосую. Потому что люди... Люди в нас такі совісливі. Поэтому от скупіть, як можна, електорат, і подкупа же нет. Трудове соглашення, агітатор, або наблюдатель. Потрясающе. Поки ми тут з вами б'ємося в роздумях, хто же буде президентом, я вам відповім, президентом буде той, хто скупить більше всього избирателей. Тобто спочатку довели избирателей до скотського состояния, в якому можна покупати. Кстати, 1000 гривен уже другие деньги. Раньше покупали 200-300, максимум 500. Сейчас, да, смотрите, уже не жалеют. Уже, да. Сетевый маркетинг классичный, такие, слушайте, выбудовывают прям там 3000, золотый директор, как там он называется, еще диамантовый. Пане Дмитре, але чому дехто из политиков, из экспертов проводит параллели и каже, что даже это решение про монетизацию выдавания готівкою субсидий у березні можно прирівнювати, або проводить какие-то параллели с подкупом. Чому и в чому? Врешті-решт, роз'ясніть мені, чому ця підозра може виникати? Тому що субсидії все одно та сама сума, яка була передбачена, нічого не змінюється. І людина повинна заплатити за комунальні послуги. Якщо раніше, щоб ці гроші взяти, треба було пройти 7 кругів ада, то тепер путь упростився. Цього вже достатньо?
Ну, это много, конечно, но это много. Ну, представьте, вы стоите в очереди за колбасой. Я думаю, вы этого не застали, а мы проводили по несколько часов в очереди за колбасой, например, в советское время. Представьте, что вы знаете, что вы все равно 3 часа простоите, а тут вам говорят, а очереди нет, пожалуйста, колбасу покупайте без очереди. Вот и вся разница. І цього достатньо, щоб вже більша увага до когось була на виборах, щоб захотілося віддати йому голос. Це одна із составляючих, які будуть працювати. Просто психологічний механізм. Звісно.